Всем доброе утро. 7 часов. А я решила сходить на рынок, огурчика взять. Ну, не знаю, будут сегодня. Вообще сегодня понедельник. Так что, не знаю, получится купить или нет. Взяла тележечку. Потому что еще картошки надо купить. Ну. А еще пройдусь как раз по той дороге, где я асфальт показывала. Нам написали, что там положили сверху еще хорошее. Ну вот как раз сниму и посмотрим, что там получилось у них. Виктория, ты писала, тебе нравится, как мои босоножки цокотят. Но сейчас иду, и босоножки цокотят, и тележка дребезжит. Полный набор. Надо еще в аптеку зайти, еще купить лекарства от аллергии. Допила вчера, а сегодня вот утром встала, выпить нечего. И опять нос течет. Потому что опять иду мимо этой травы. Тут хоть покосили, ее не видно. Не видно. Вот она. Вот она. Покосили, но не все. Мне написали там какой-то препарат. Я на бумажечку выписала. Спрошу в аптеке, есть такое или нет. Ну, я подхожу. Так. Здесь как смолой облили, просто повысыхало. Здесь так все и осталось. Так. Пойдемте ниже, где было. Приходится тележку в руках нести. Сильно дребезжит, то тут весь микрорайон разбужу. Это ямы, которые были, а это вот идет асфальтик. Ну, тут что, тут типа ступеньки не доделали, но видно, что сверху, да, еще ложили. Ну, я бы не сказала, что так прям, да, добросовестно. Вот это вот по углам. Ну, по крайней мере, сверху было еще положено. А ну, вот тележка тут дребезжать. О, и тележка здесь так плавненько идет. Ну. Так что хочу извиниться. Была не права. Значит, я не разбираюсь в технологиях укладки асфальта. Ну, в принципе, я и не разбираюсь. Но просто на вид, конечно, тогда это было ужасно. Сейчас так-то, в принципе, нормально. Но сколько продержится оно? Сейчас сначала в аптеку, а здесь ногами чуть-чуть притоптать надо. Так, у нас в аптеке такого препарата, как мне написали, нет, о нем даже и не слышали. Хотя в интернете я посмотрела, почитала, он именно, да, именно вот от такой аллергии. Вот, ну что ж, я купила цитрин. Чуть подороже, пластинка получается 90 рублей. Но попробую его еще попить, потому что сейчас иду, уже глаза слезятся. Вот. Здесь тоже асфальт положили. Но здесь вообще он нужен.
Это классно. Здесь был ужасно. Так, огурчики по 70, арбузики по 20, помидорчики 25 ящиком. Это такие сильно маленькие на томатике, я не знаю. Так. Я же варила сегодня мало. Понедельник. Зелень, яблочки, девочки, картошку, огурчики домашние, калиновские. Вот, знаете, какие маленькие, 50. Ага. Мне как раз большие. Так, сейчас молочка куплю. Решила тебе снять, Андрюха. Да ладно. Это Димин друг. На персики приглашают в гости. Все. Да. Все, давай. Все. Нагреблась. Так. Мне еще надо. Ага. Перчик купить. Накупила. Сейчас еще до бабушки зайду. Бабушке там родственница привезла с дачи. С бабушкиной дачи. Она на даче. На ее... Ну, бабушка им отдала пользование. Привезла помидорчиков, тоже огурчиков, кабачки. Бабушки много, она закрывать не будет. Сказала заедь, мне даст поделиться. Вот, ну, поеду к бабушке. Тут, в принципе, по прямой ничего. Подъезжаю к бабушке. Бабушка уже на лавочке стоит, ждет меня. Надо будет перегрузиться, там рассортировать, чтобы все влезло. Чтобы колеса на тележке не подваливались. Почему не догадались? Надо было сразу там взять такси Лена. Ну, да не, сразу... да что я ж с тележкой? Я уже дома. Сейчас покажу, что от бабушки привезла. Бабушка дала вот помидорчиков, это домашних, с дачи съел, два кабачка, вот такие огурчики, вот и две вареных кукурузки. Бабушка уже сварила и нам дала. Так, на рынке я купила вот таких огурчиков. Эти огурчики по 40 рублей, и там 1 килограмм, по-моему, я 50 взяла. Это вот как раз на корейские. Ну, буду я бродячими делать огурчики. Под низ я крупный ложу, а сверху уже, как говорится, добавляю маленькими. И вот такие маленькие, эти по 60 рублей. Вот они. Такие все. Манюсенькие, хорошенькие. Вот. Так. Еще купила я, ну, 5 литров молока. Здесь чуть больше 3 килограмм картошки. Картошка по 25. Так, купила вот таких крышечек, потому что у меня банки есть еще с такими закрутками, а крышки уже, которые ржавые или плохие, ну, пригодятся. Я 10 штучек взяла. Эти, по-моему, по 6 рублей, по-моему, одна штучка, да. Так, взяла вот такие носовые платочки, салфетки сухие, потому что юшка течет. С собой очень удобно брать. Так, это вот укропчик. Это для корейских огурчиков.
Перчик молотый, это тоже для корейских огурчиков. И купила вот такое лекарство от аллергии, цитрин. Попробую еще я пластиночку взяла, он 181, но я за 90 рублей купила одну пластиночку. Вот. Также еще купила арбузик небольшой. Здесь смотрела по 20 рублей килограмм, нашла по 15 рублей. Вот такой. Посмотрим, красный нет. И три перчика красных. Перец по 60 рублей килограмм. Ну вот. Теперь сейчас я все огурчики замочу в холодную воду. Они постоят часика два. Потом промою и буду сортировать. Какие на закрывашку, на бродячими делать, какие по-корейски. Баксик со мной. Все проверил, все посмотрел, все нормально. Доброе утро. Дима, как обычно, занимается. Хочу сразу сказать, да, света у нас так и нет. Простите, я же говорю, родственник приходил, посмотрел, вон там коробки раскрыл. Говорит, тут все нормально, но нет фазы. Нужно все-таки там, где я уже все заделала, вскрывать или оттуда фазу. Ну, неважно, как говорится. Давай, давай, занимайся. Поэтому в энергосеть я пока не ходила. Да, но и времени так нет. То на рынок идешь, что-то надо сейчас заготовки, то с Каролинкой мы игрались, то в парк ездили. Ну, обещаю скоро сходить, что скажет, как говорится, специалист. Машинка у меня там стирает, шумит. Ну, я думаю, вам и так Диму видно. А Диме и без света, не темно. Да. Тень отбрасывает. Еще раз вам хочу показать. Вот здесь у меня тоже были провода подпорчены. Ни звонок не работал, ни свет вот здесь в прихожей не работал, в тамбуре. Все здесь поменяли, закрепочки такие сделали, ну, все как полагается. Ну, наверное, или где-то, может быть, в коробке, а может даже не в коробке, может где-то проводок тоже отошел, что нет здесь фазы. Что вот в этой прихожей, ни в туалетной комнате, ни в ванной света нет. Так, что-то бывает, иногда нажмешь, и оно так тускло-тускло горит. Ну, какой-то контакт, значит, все-таки в коробке контакт, наверное, отходит. Ну, так жалко, так все хорошо сделано, уже залепила, замазали. Опять все это вскрывать я пока не готова. Я тут баночки мою, готовлю на огурчики. К нам опять наглый пришел. Гости. Да? Баксик следит. Пойдем, Баксик, не надо. Беги. Разрезала арбузик. Красный такой, хороший, спелый, сладенький. В августе как раз уже им время спеть. Можно сезон, нужно кушать, промывать почки. Так что сейчас с Димой покушаем арбузика.